Клинцы – второй по величине город Брянской области, город крупных предприятий и учреждений. Его руководители уделяют большое внимание организации отдыха трудящихся. Вот уже 9-й год здесь действует штаб выходного дня во главе с Аркадием Демьяновичем Телишем, заместителем председателя горосполкома. Задач у штаба много – помогать заводским и учрежденческим штабам, их в Клинцах 19, контролировать работу дворцов культуры и кинотеатров, способствовать благоустройству загородных мест отдыха. Вот одно из них – база отдыха Орехово. За год здесь проведут свои выходные дни около 3000 горожан. Приезжают и в отпуск, не только в одиночку, семьями. Стоимость однодневной путевки – 20 копеек. Остальное доплачивает профсоюз. Рядом река Ипуть. Места рыбные, но можно обойтись и домашними припасами. Штаб выходного дня наметил построить в Орехове многоместное кафе, улучшить подъездные дороги, установить телефоны и радиоточки. Словом, многое еще впереди, но и сделано немало.